привет всем, это Сергей. И в этом видео мы будем выполнять домашнее задание по второй неделе тренинга от Азата. В прошлой неделе нам нужно было показать 5 фокусов 5 знакомым людям. В этот же раз нам надо показать 5 фокусов 5 незнакомым людям. И для этого я выбрал наш торговый центр «Триумф». Вот туда мы сейчас и пойдем. Так. Давай тебе. Смотри. Смотри, я тебе буду зависеть, просто отдыхать. Ты просто держи так вот между пальцами. Просто в принципе все, что тебе сейчас нет. Две карты дал мне. Две карты есть, да? Здесь тоже две. Здесь тоже две. Здесь тоже две. И я возьму одну лишнюю карту. Сжимай. Теперь смотри. Две карты, верно? Две карты, верно? Здесь тоже две. Здесь тоже две. Две. И остается одна лишняя карта. Вот смотри, какую из этих стопок мне вот эту лишнюю карту убрать? Выбери любую. Убрать? Да, ну куда мне ее кинуть? Она одна осталась. Вот в эту. То есть смотри, лишнюю карту я положил сюда, да? Теперь ладошку вот так вот и веди над этой картой. А теперь представь, как вот эта лишняя карта прилипает к твоей ладони. Просто представь, как будто она поднимается и прилипает к твоей ладони. Представил? А вот теперь смотри, возьми вот эту лишнюю карту, как же мысленно отпустил. Упала она в корочку? Упала, да? То есть, ладно, хорошо. Где теперь лишняя карта находится? Да, она здесь или здесь? То есть она действительно переместилась сюда? Нет, она не переместилась. Где она? Здесь. Здесь? Да. Это был первый фокус, и спасибо нашим зрителям за то, что не отказались. Итак, друзья, привет! Это опять Сергей, сейчас наш зритель Максим. Я ему покажу еще один фокус. Максим, на колоду и перетасуй его как хочешь. Вообще, любыми известными тебе способами рисовать. Максим, теперь смотри, я буду тасовать, ты в любой момент меня просто смотри, скажи слово. Договорились? Смотри. Нет, тебе надо было сказать, пока я тасую. Да, ладно, хорошо. Давай. Запоминай карту. Теперь перетасуй еще раз. Вообще ничего не говорить, просто смотреть. Просто я вот так вот укладываю. В любой момент я останавливаю. Вот теперь, Максим, спорим, следующая карта, которая это будет твоей картой.
допустим, я фокс просто показывал тысячу раз в жизни, я просто ошибаться не могу. Я переворачиваю карту, следующую, где твоя. Давай, давай. Я беру эту карту, так. Переворачиваю. Смотри. Так, друзья, значит, это был у нас второй фокус. До встречи в следующем видео. Поехали. Так, друзья, привет. Это Сергей. Это наше третье видео домашнего отчета. И вот у нас Алексей согласился показать, посмотреть фокус. Сейчас мы ему его и покажем. Так, Алексей, посмотри. Возьми вот так вот. Сейчас ваша задача будет просто между пальцами. Смотрите, я вам буду давать одну карту. А вы просто зажмите пальцы и будете. Я вам буду давать по две. Здесь две карты. Здесь две. И одну лишнюю возьму, без пары. Ставлю сюда. Теперь смотрите, что будет. Две карты. 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 И остается одна наша вот эта лишняя. Вот в какую из этих стопок мне эту лишнюю карту положить? Вот в эту. Смотрите, я кладу лишнюю сюда. Теперь руку вот так вот поместите над ней. Теперь представьте, как будто вот эта лишняя карта поднимается и прикрывает вашу ладонь. Поднимается и прилипает. Теперь вот так вот перенесите и представьте, как эта лишняя карта и падает сюда. Представьте. Упала. Все, отлично. Так где же теперь лишняя карта у нас находится? На самом деле. Здесь лишняя. Вы не верите в это, в телепортацию. Смотрите, две, да? Две. Что у нас здесь? Здесь вот две. Две. И лишнее все-таки здесь. Здесь. Это карточная магия, Алексей. Бывает и такое, наверное. Итак, друзья, это был наш третий фокус для отчета по тренингу от Асана. До встречи в следующих видео. Всем привет! Это снова Сергей, это наше четвертое видео. Девушка согласилась стать нашим зрителем в этом видео. Сейчас я ей покажу фокус. Итак, смотрите. Я пролистываю колоду, ты меня в любой момент останови. Стоп. Стоп. Все видели, да? Я уберу карту в серединочку, подсниму пару раз. Ладошку протяну, смотри. Теперь я возьму 5 карт, да? Смотрю. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас следи внимательно, будет ли твоя карта среди этих 5. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Она была. Подожди, подержи, пока. То есть твоя карта среди этих 5 есть. Смотри, раз, два, три, четыре, пять. То есть, смотри, я возьму вот так вот, поделаю, щелкну пальцем, вот так вот сделаю. Теперь смотри, представь, как будто ты из этой стопочки мысленно вот так вот карту свою вытягиваешь. Давайте. Ну, прям вот рукой вот так прям бери, вытягивай. Оп, смотри на нее. Она. Ну, она. Смотри, она. Смотри, она. Она. А теперь вот туда, в середину колоды ее раз и убери. Ну, все, у тебя убрала, все. Все, убрала. А теперь смотри, я возьму так карту, разложу их 4. Твоя есть среди них? Нет. А где она, посмотри? Она, наверное, в середине колоды куда-то ее убирала. Пролистываем, пролистываем. Ты ее, кстати, наверное, перевернула рубашечкой вверх, когда убирала. Видишь, одна карта перевернута. Все, короче, пошла. Все, спасибо тебе большое. Спасибо большое. Итак, это был Сергей, это было наше четвертое видео. До встречи. Удачи вам. И вам. Запись идет? Привет, это опять Сергей. И это 5-е видео нашего видеоотчета тренинга от Азата. В этом видео я хочу показать вот этим двум девушкам завершающий 5-й фокус. Так, девчонки, смотрите.
перетасовываю колоду, да, все нормально. Начинаю вот так ее пролистывать, вы в любой момент меня останавливаете. Просто говорите стоп. Стоп. Запоминаем карту. Ага. Запоминаем карту. Запоминаем карту. Запомнили, да? Берем ее в серединочку. Подснимем колоду пару раз. Так. Ладошку. Протяните. Так, я половину колоды себе оставлю. И возьму 5 карт. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь смотрите внимательно, будет ли это ваша карта среди этих 5. Раз, два, три, четыре, пять. Была? Да. Точно да, была? Да. Смотри, ладно, я пока беру. Теперь смотри, тебя как зовут? Кристина. Кристина. Вот теперь представь, как будто ты свою карту, вот эту, которую вы сейчас запоминали, вот так вот мысленно вытаскиваешь отсюда. Так вот рукой прям мысленно возьми ее. Вот этой рукой своей второй мысленно ее так вытягивай. Мысленно, мысленно, мысленно. Как будто бы ее берешь. Возьми так, посмотри. Она. Да. Середину туда раз, запекай там. Чтобы она была. Теперь смотри, я вот так вот рукой поделаю. Так, сделаю. Видишь? Нет. Из 5 карт осталось 4. Ваша карта здесь есть? Нет. А где она, как вы думаете? Она, возможно, находится как раз там, куда вы ее убрали. А именно в середину колоды. Видите, одна карта у нас перевернута. Ваша? Да. Все, девчонки, спасибо. Спасибо. Давайте, удачи. Итак, это был Сергей и 5-е видео нашего видеоотсчета. Пока.